Всем привет, друзья! С вами Владимир Чайкин, и сегодня мы с вами поговорим о самой крупной трагедии в пешем советском туризме, о так называемой трагедии на 30-м маршруте. На самом деле история из ряда вон выходящая, и не только по количеству жертв, но и по количеству халатностей, роковых ошибок и просто человеческой жестокости. Но давайте обо всем по порядку. 75-й год. Расцвет туризма в Советском Союзе. Границы закрыты, а людям хочется приключений, людям хочется путешествовать. И поэтому под песни Визбора, Высоцкого, Городницкого молодые люди, студенты отправляются в леса, в горы, в водные походы и туризм на самом пике своей популярности. Изначально дикий и опасный туризм постепенно начинает приобретать некие цивилизованные черты. Начинают появляться маршруты, официальные маршруты, размеченные тропы, по которым ходят гиды, которые водят туристов. И туризм постепенно из какого-то сакрального действия, которым занимаются только суровые геологи, таежники и полярники, становится общедоступным. И в такие походы начинают ходить не только суперкрутые прокачанные туристы, но и обычные люди, которые зачастую с туризмом никак не связаны. И это пользуется просто бешеной популярностью в молодежной среде, среди студентов. Увлечение туризмом практически повальное. Ближе к делу. 30-й всесоюзный маршрут, или как его еще называют, через горы к морю. Стартует он от поселка Хаджох, а заканчивается в Дагомысе. Маршрут считается несложным, я бы даже сказал откровенно простым, и по нему ходили даже детские группы. Маршрут был и есть достаточно людный, по нему двигается большое количество групп в разных направлениях. Вытоптанные тропы, обустроенные лагеря, большое количество турбаз. В общем, все условия для отдыха простого населения. К слову, среди профессиональных туристов этот маршрут популярностью не пользовался из-за своей простоты и людности. И считался, непрестижным. Но как ни крути, маршрут этот все-таки идет через горы. А с любыми горами необходимо считаться. Но давайте перейдем к самой группе. Она получила порядковый номер 93. И в нее вошли 53 человека. Для тех, кто слабо ориентируется в групповом туризме, я хочу сказать, что это очень и очень большая группа. Даже для советского времени это действительно большая группа, которая требует высокой организации и высокой квалификации гидов. Но об этом чуть позже. Компания подобралась самая разношерстная. Люди из разных уголков Советского Союза. Из Средней Азии, из Украины, из Центральной России. Путевки в этот поход даже выдавались на предприятии. Люди ехали туда отдохнуть, поесть еду, приготовленную на костре, выпить под звуки гитары у костра и просто хорошо провести время. Они в большинстве своем были очень далеки от туризма. Это не были профессиональные походники. И у большинства никакого туристического опыта просто не было. Я напоминаю, что вы можете поддержать наш канал звонкой монетой на Boosty, Патреоне, платной подпиской на Ютубе или разовым донатом. Ссылки на эти ресурсы в описании под этим видео. Спасибо большое всем, кто нас уже поддержал. Только благодаря вам контент на этом канале продолжает выходить регулярно. Только благодаря вам мы стараемся и запускаем новые проекты. Только благодаря вам мы не опускаем руки и идем дальше. Спасибо вам большое, друзья. Начиналось все, кстати, достаточно толково. Группу поселили на турбазу на целых 5 дней под руководством опытного гида Алексея Агеева. Вместе с ним они ходили в небольшие тренировочные походы по окрестностям и как-то готовились к предстоящему большому походу. Но по свидетельствам очевидцев, кроме того, что они тренировались и гуляли по окрестностям, они все там активно выпивали. Ну и, как я уже сказал, большинство людей туда приехало ради тусовки. Они хорошо проводили время, и я предположу, что именно за эти 5 дней сформировались некоторые группы по интересам. Потому что понятно, что 53 человека одновременно общаться между собой просто физически не может. Поэтому я, наверное, предположу, что именно в эти 5 дней они поделились по интересам. Ну а дальше начинается череда роковых ошибок. Алексей Агеев уезжает. Ему пора возвращаться на основную работу. Походы для него всего лишь хобби, он работает школьным учителем. Ему пора возвращаться в школу, потому что начинается учебный год. И он оставляет группу на двух своих помощников. Это Алексей Сафонов и Ольга Ковалева.
они были всего лишь простыми студентами сельскохозяйственного Донецкого института. У этих ребят, конечно, был туристический опыт, но он был совсем-совсем небольшой, а опыта руководства группами у них не было вовсе. И по маршруту, по которому они должны были вести эту огромную группу, они сами шли всего лишь второй раз. К тому же, они были студентами, и многие участники группы были их банально старше, следовательно, об авторитете там речи и не шло. Но гидов не хватало, и поставили тех, кто был. И вот утром 9 сентября туристы, получив продукты питания, вышли на маршрут. Разделив 50 туристов на две группы, Алексей и Ольга решили двигаться по новому варианту маршрута, предложенному в том же году. Гузерпиль, долина реки Белой, приют Тепляк, восточный альпийский склон горы Гузерпиль. И группа прошла этот маршрут четко по плану и встала на запланированную ночевку. А дальше костер, праздничный ужин первого дня, гитара и, по свидетельству очевидцев, большое количество алкоголя. Ребята активно выпивали, играли какие-то театральные сценки и предавались развлечениям советских студентов. Один из очевидцев событий Борис Колосов вспоминает. В день перед переходом на фишт они отмечали чей-то день рождения. Посидели хорошо, никакой дисциплины, инструктора спустили все на тормоза. Они и здесь на турбазе «Кавказ» выпивали. Люди приехали отдохнуть, им особо и повода не требовалось, чтобы пригубить спиртного. Представьте, вечер, ночь, гулянка не утихает, многие засыпают уже под утро. Состояние людей на следующий день тоже понятно. Глубокое похмелье, есть не хочется, тошнит. Кто-то даже похмелился, а впереди довольно крутой подъем на протяжении нескольких километров. Веселье продолжалось чуть ли не до самого утра. А на следующий день они по плану должны были выходить чуть ли не с первыми лучами солнца. Разумеется, гиды не смогли поднять группу с рассветом, да банально накормить 50 человек – это уже задача не из простых. И они потеряли время. Они потеряли 3 часа. Этих 3 часов им не хватило. Если бы они вышли вовремя, никакой бы трагедии не произошло. Погода с утра была скверная. Тучи, свинцовое небо. Но гиды, несмотря на ухудшение погоды, принимают решение выходить на маршрут. И группа позавтраков выдвигается в сторону приюта Фишт. Причем переход был легчайший. Обычно туристы его проходят всего за час. Но группа сильно растянулась. Ребята, мягко скажем, не были бодры после вчерашних посиделок. К тому же погода начала быстро портиться. Стало холодно и начался дождь. Дорога шла с набором высоты, и камни были скользкие, что сильно замедляло движение и без того не самой быстрой группы. Как говорят очевидцы, в воздухе запахло снегом. И действительно, через какое-то время с неба повалил снегопад. Температура резко понизилась, поднялся ураганный ветер. Начался настоящий шторм, и ребята, которые приехали на теплый Кавказ в бархатный сезон, начало сентября, по факту это там еще лето, должно быть тепло, они просто не были готовы к подобным погодным условиям. К тому же, туристы покинули зону леса, который хоть как-то закрывал их от ветра, и вышли в альпийскую зону, где спрятаться было просто негде. Показания следователю инструктора Алексея Сафонова. Примерно через 8 километров пути из 16, которые надо было пройти в этот день, вслед за дождем неожиданно налетел ураганный ветер. Совершенно черные тучи не ползли, а летели прямо на нас. Мы оказались на ровной голой местности, спрятаться было негде. Я вырос в горах, ходил с отцом на Эльбрус, но ничего подобного в своей жизни не видел. Показания следователю, туристки Людмилы Косяковой. Все произошло внезапно. Мелкий дождь не предвещал бури, даже когда он перешел в мокрый снег. Вдруг поднялся ветер такой силы, что невозможно было удержаться на ногах. Через несколько минут сдуло, как пушинку одного из наших туристов, Феликса Шинова. Мы видели, как с огромной быстротой он пролетел по равнине и его унесло в пропасть. Он даже не успел крикнуть. Вскоре из-за туч, ветра, снега нельзя было увидеть даже в 2 шагах от себя. Нас охватила паника. Туристы сильно растянулись вдоль склона горы. Из-за сильнейшего снежного бурана видимость была практически нулевой. Но гиды продолжали вести группу по маршруту. Кто-то двигался вперед, кто-то искал убежище,
Кто-то, истратив все силы, садился отдыхать и замерзал. Вот как много лет спустя это вспоминает Борис Колосов. Растянулись длинной цепочкой. Группа продолжала двигаться вдоль восточных склонов горы Гузерпиль. Когда поднялась метель и тропа уже не проглядывалась, группа остановилась. Видимость была нулевая, не более 2-3 метров. Ветер заглушал крики инструкторов, которые пытались собрать вместе 50 человек. В группе началась паника. За все время, проведенное вместе, люди не стали единой командой, а сдружились по несколько человек. И так, по трое-пятеро, они и пытались выжить. В итоге гидам все-таки удается собрать вместе две группы, и они начинают обсуждать, что же им делать дальше. Причем они обсуждают это даже с участниками группы, у которых нет туристического опыта, и многие из которых находятся в состоянии паники. Обсуждают это они стоя посреди тропы, под ураганным ветром, под снежным бураном с замерзающими людьми. Они не могли решить, идти им дальше до приюта Фишт, переждать бурю в лесу или возвращаться в тепляк. И эти сомнения внесли раздор в коллектив. И, по всей видимости, возник конфликт. Один из вариантов был покинуть Альпику и вернуться обратно в лесную зону, которую они совсем недавно покинули. До леса было всего 300 метров. Второй вариант – двигаться вперед, к Фишту. Там тоже была лесная зона и можно будет укрыться. Но там еще нужно было пересечь ручей с красочным названием «Могильный». Инструктора спорили достаточно долго, и за это время некоторые участники разбились на группы и начали делать то, что считали нужным. В итоге гиды все же решают вернуться обратно. Но группа уже раскололась, и время было потеряно. Причем в некоторых группках были крепкие ребята с военным прошлым. В итоге эти ребята решают не возвращаться с гидами, а пойти вперед 500 метров до ближайшего леса. И среди этих ребят были уже новые лидеры, видимо, более авторитетные, чем гиды-студенты. И часть ребят потянулась за этими новыми лидерами, вверх по склону. С гидами пошло всего 20 человек. Они возвращались к пастушечьему балагану, который недавно проходили. В пурге туристы потеряли друг друга. Ураганной силы ветер глушил их голоса, ноги скользили по снегу. Колючий кустарник не давал возможности найти опору рукам. Цель, казалось, была уже близка, когда в пропасть сорвался Семен Дужанский. Он чудом застрял на крохотном уступе. За ним была крутая, почти отполированная скала, под ним глубокая бездна. «Сеня!» – крикнул ему его друг Николай Загорянский. «Я сейчас!» «Не надо, Коля!» – отозвался Дужанский. «Засыплешь меня и свалишься сам. Когда устроитесь, кинь мне веревку». «Хорошо, Сеня!» – закричал Загорянский. «Вот костер разведем и вытащим тебя. Ты продержись, Сень!» «Продержусь», – донеслось снизу. «Не волнуйтесь, я продержусь». Спуск занял 1.5 часа. В итоге эта часть группы добралась до пастушечьего балагана, где им на помощь пришли пастухи. Одна из инструкторов, Ольга Ковалева, ослепла от снежной сечки. Второй инструктор, Алексей, отправился на поиски пропавших, но ему удалось найти только 3 человек. У пастухов, которые оказались внутри балагана, была всего 1 пара сапог на 2. Но они тоже отправились на поиски и привели еще несколько человек. Пастух Острецов Виталий привел в балаган 2 девушек и просил парней, там укрывшихся, помочь ему вытащить еще 1 девушку, потерявшую сознание, из глубокой балки. Однако на его просьбу ни один парень не отреагировал. Пастух, выбиваясь из сил, продолжал поиски и встретил под Пихтой еще 2 туристов, у которых уже не было сил дойти. Тогда он вернулся в балаган и практически силой вытолкал 2 здоровых парней, сказав им: «Приведите замерзающих в балаган». Но парни отошли от балагана несколько метров, подождали какое-то время, а потом вернулись обратно в балаган, с сожалением рассказывая, что никого под Пихтой они не нашли. Пастух продолжал поиски и нашел еще 1 отколовшуюся группу туристов. Вот как они вспоминают, как это было. Не терпелось скорее к теплу. Обмороженные, изможденные отстали. Острецов сдерживал группу, требуя оказать помощь отставшим. Его не слушали, рвались вперед. «Ребят, не бросайте меня!» Уже без сил, едва слышно, прошептала Дина Нейман. Она совсем не могла двигаться. Изо рта шла пена. «Ради детей, у меня их 2». Рядом были инженер Михаил Решкин и механик Валерий Соколов. И еще Владимир Третьяков, преподаватель одного из училищ. Именно он и сказал:
«Дина, не бойся, мы тебя не оставим. Полежи немножко, мы скоро придем». Они лихо рванулись вперед и не пришли. Добравшись до балагана, они залезли под одеяло и вскоре уснули. Кроме Зины, на пути к балагану погибли еще трое. «Если бы мы всем помогали, было бы больше трупов», – заявит на следствии Соколов. Инструктор Алексей Сафонов все еще надеялся собрать группу и отправился на поиски с несколькими крепкими парнями. Они перешли ручей Могильный и за ним разожгли костер. Инструктор приказал поддерживать огонь и продолжил поиски. Однако из ребят, которые уже грелись у костра, никто ему помочь не захотел. А что же было с теми крепкими парнями, которые первые отделились от группы и увели за собою часть людей? «Быстрее, к спасительному лесу. Там костер, там тепло». И они бежали, бросая ослабевших товарищей. Им помогал шквальный ветер. Заглушая голоса, резко бил в спины, сталкивая в глубокий распадок балки Могильной. Лидерам, расколовшим группу, все же удалось добраться до лесной зоны и разжечь костер. У кого хватило сил пробиться к костру, тот и остался жив. Остальные, обессилевшие и потерявшие ориентировку в пурге, рассыпались по крутым склонам балки Могильной. Долго досидевших у теплого костра крепких парней доносились мольбы о помощи от умирающих вокруг людей. Так туристы, сошедшие с тропы и устремившиеся за лидерами, остались брошенными на склоне горы, один на один с этой суровой стихией. По слухам, они не то что не пытались кому-то помочь, они даже отбирали теплые вещи у замерзающих людей. И в итоге они завладели большим количеством теплых вещей, медикаментов, еды и достаточно неплохо провели эту ночь у костра. Утром 11 сентября они позавтракали и, как ни в чем не бывало, пошли на турбазу. Но пусть у вас не создается впечатление, что в группе из 50 человек были только негодяи. Когда Алекс Старосельский отталкивал слабых от едва тлеющего костра, Виталий Галушко из Запорожья обмороженными руками рубил сучья для этого же костра и, продрогший до костей, отдал обессилевшим девчонкам свой спальный мешок. Когда Решкин, Соколов, Третьяков бросили Зину, ее и другую туристку Зою Губа тащил на себе рабочий Валерий Никитенков. Потом он выбился из сил, и Валерия сменил 17-летний повар из Днепропетровска, Игорь Коляда. Он остался с ними до последней минуты. Когда Светлана Ветрякуш не смогла идти от усталости, ей вызвался помочь электросварщик из города Жданово Михаил Осипенко. Он ушел заброшенным рюкзаком, где были продукты, заблудился и погиб. Кстати, помните тех двух туристов под Пихтой, которых нашел пастух, послал за ними ребят, а они сделали вид, что они их не нашли. Так вот, их судьба сложилась так. Ими оказались туристы Светлана Ветрякуш и Михаил Осипенко. Светлана твердо уверенная, что ей все равно окажут помощь, за ней придут, они знают. Трое суток боролась в одиночку со стихией и выжила. Выжила надеждой и верой, что к ней кто-нибудь проберется. Насквозь промокшая, без теплых вещей, спичек, костра, продуктов, она под огромной пихтой соорудила себе из веток и папоротника шалаш. Вокруг пихты, в глубоком снегу пробила тропу и все время двигалась, не давая себе замерзнуть. Лишь только 13 сентября, увидев вертолет спасателей, покинула свое убежище и, беззвучно плача, стала карабкаться по осыпному склону навстречу спасателей. Она единственная, кого спасателям удалось найти живой. Кстати, еще один интересный в кавычках факт. Группу номер 93, о которой у нас сегодня идет речь, встретила следующая группа, идущая следом, группа номер 94. Они их встретили в балагане пастухов, где уже собралась часть группы терпящих бедствия туристов. Но группа номер 94 развернулась и вернулась обратно на турбазу. У них для этого было достаточно сил и, видимо, экипировки. При этом, вернувшись на турбазу, они даже не сообщили спасателям, что там на вершине есть группа туристов, которые терпят бедствие. Очень странное поведение. О спасательной операции вообще отдельная история. Во-первых, она началась очень поздно. Никто не сообщал о туристах, пропавших в горах. Во-вторых, когда их все-таки начали искать, их искали почему-то в абсолютно другом месте. В-третьих,
Некоторые потерпевшие ждали спасателей больше 3 дней, как та девушка, которая ждала спасателей под пихтой и обморозила ноги. И многие просто не дождались своего спасения и замерзли. А потом были страшные находки, вспоминает один из спасателей. Как выглядела ваша находка? Лежит парень с гитарой, в маечке, штормовке и с улыбкой на лице. Другие примерно так же. На всех легкая одежда. Когда стали осматривать рюкзаки, оказалось, что у каждого с собой и теплые носки, и свитера, и еды полно, а уж дров для костра целый лес. Можно было бы такой костер разжечь. Причина, по которой они погибли, нигде особо не указывалась. Практически все туристы были выпившие. Грелись водкой. В итоге из группы погиб 21 человек. Но многие травмировались и получили серьезные обморожения. Эту трагедию в советское время практически не придали огласке. Всего несколько небольших заметок в газете. А потом был суд. Дали несколько лет директорам турбаз. Хотели дать срок метеорологу за то, что он не предсказал этот ужасный шторм. Но оказалось, что у него не было соответствующего оборудования, он просто не мог его предсказать. А гиды Алексей и Ольга проходили по этому делу как свидетели, так как они не были официальными гидами, у них не было сертификатов, и они в целом не могли вести эту группу. Соответственно, никакой уголовной ответственности они не понесли. А тех ребят, которые отталкивали замерзающих от костра, не судили, сославшись на состояние аффекта. Вот, кстати, показания в суде некоторых этих лидеров. Спуск на дно ущелья занял почти 1,5 часа и был очень трудным. Несколько раз мне приходилось останавливаться, чтобы передохнуть и осмотреться. Снег на деревьях и кустарнике, траве создавал очень красивый пейзаж. Собственноручные показания Зотова следователю. Только что ураганом сдуло Шиново, свалился в пропасть Дужанский. Сквозь рев урагана слышатся вопли замерзающих людей, которые просят о помощи. На вопрос, на что вы обратили внимание, он отвечает: на красивый пейзаж. Зелень выглядела красиво. Такая вот трагичная история о простых людях, которые с пренебрежением отнеслись к горам, без осторожности отнеслись к погоде, халатно отнеслись к своей работе, вследствие чего показали свое истинное лицо. Выводы делайте сами. Если вам нравится подобный формат, пожалуйста, поделитесь этим роликом со своими друзьями, поддержите его лайком, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой трагедии, будет очень интересно почитать. И, конечно же, подписывайтесь на канал. С вами был Владимир Чайкин. Ходите в походы, друзья, и будьте осторожны.